Зелененькая мне к лицу. 2 яйца. Сахар, соль. Замешиваем тесто. Немного молока. Часть просеянной муки. Немного молока. Так не будет комочка. Мука, молоко и оставшуюся муку. Но это не все. У листиков шпината отрываем палочки. Немного оливкового масла. И идем пробивать. К шпинату добавляем горячую воду. 150, как в аптеке. И сразу отправляем в тесто. И вымешиваем до однородной массы. Какие зелененькие блинчики у нас будут. Даем тесту 5 минут отдохнуть и можно жарить. Смазываем топленым маслом. Зелененькая мне к лицу.